Доброе утро! 4 февраля в Сургуте состоится выставка собак. Тайский риджбэк, золотистый ретривер, французский бульдог и не только. Все эти породы смогут увидеть посетители выставки лично. Обо всех подробностях узнаем прямо сейчас. На прямой связи из Сургута руководитель кинологического центра «Югория» Людмила Казанцева. Людмила Александровна, доброе утро! Доброе утро! Насколько мне известно, это уже далеко не первая выставка собак. Скажите, пожалуйста, как вообще этот опыт у вас? Нравится ли горожанам, с удовольствием ли ходят они на эти выставки? Да, горожанам очень нравится, и не только нашим горожанам. У нас приезжают на выставки со всего региона, и даже могут приехать с ближайших регионов на выставку на нашу. И потому что мы выставки проводим уже 15 лет, в этом году будет нам 15 лет нашему клубу собаководства «Югория». Проводим выставки достаточно, скажем, серьезно, выкладываемся серьезно, мы всегда такие делаем хорошие призы, приглашаем всегда разных судей, то есть экспертов, поэтому... Скажите, самый главный вопрос, который интересен собачникам, какие породы все-таки будут представлены на выставке? Породы будут американские буль. Это у нас сейчас такая популярная порода стала в нашем регионе, стали завозить из других городов. Французский бульдог, да, насколько нам известно, это уже вот какие-то еще необычные, может быть, про которые еще не все знают, не все слышали? Французский бульдог? Нет, почему? Французский бульдог у нас тоже здесь хорошо знают. Про французского бульдога, бульмастиф. Ну, в общем, самые, скажем так, и будут и простые, и какие-то необычные, да, наверное? И будут простые, и непростые. Ну, знаете, у нас простых нет. У нас все породы, которые, они все любимые у каждого владельца этой собаки. Поэтому каждый считает, что у него порода самая лучшая. Поэтому вот так. Скажите, а есть какие-то ограничения по возрасту для участников? Ограничения с 3 месяцев у нас начинается... Угу. То есть это идут бэбики, потом идут щенки 6 месяцев, и там дальше юниоры по возрасту, да, с 3 месяцев только могут участвовать собаки. А вот знаете, что очень интересно? Вот вы сказали, что в качестве зрителей могут присутствовать не только югорчане, да, не только сургутяне. А принимают участие в выставке участники со всей России или исключительно из Сургута? Да, со всей России, конечно, да, да. А вообще много заявок уже на данный момент поступило из других городов? Из других городов, ну, у нас здесь пока ближайший вот наш регион получается, города практически все. Янау у нас, это у нас прям наши гости постоянные. То есть интерес есть, интерес растет с каждым годом. Новый Уренгой, Ноябрьск. Скажите, а как проходят выставки, в каком формате, какие состязания ждут участников? Это, знаете, как конкурс красоты. То есть... проводят для людей конкурс красоты. Вот это вот есть конкурс красоты. Есть у породы стандарты. И вот по стандартам у нас все проходит. Эксперты оценят по стандартам. Ну, там же какие-то еще и конкурсы, там, насколько мне известно, физические, да? То есть там попрыгать, побежать, там пройти что-то какое-то. Нет, это совсем другое. Это состязания, да, другие. Ага, все понятно. Скажите, а что хозяевам, кроме вот чувства собственного удовлетворения какого-то, да, дает участие в этой выставке? То есть что по итогу? Ну, это, знаете, вот, скорее всего, это, наверное, хобби. Вот человек занимается, да, ему интересно, как в каких-то соревнованиях люди участвуют, еще где-то. И потом уже, когда собаки во взрослом классе, если владелец занимается племразведением, то это тоже очень много имеет значение. А у вас есть любимая порода какая-то собак? Или, может быть, какая у вас своя собака? Или их несколько? У нас свои собаки. У нас американский буль дома. Ротвейлер. Американский стаффордширский терьер. Ну, то есть вы решили собрать всех собак. Людмила Александровна, пожалуйста, прямо сейчас на вас обращены все камеры, все глаза. Приглашайте всех, кто еще не в курсе. Приглашаем всех на наши выставки. Смотрите за рекламами. Мы везде, в соцсетях, ВКонтакте, везде все. В Телеграм у нас есть наша страничка. В общем, на всех просторах интернета вы есть. Вас да, на всех просторах интернета. Наш клуб находится в городе Сургуте, Мунарева, 4.
Людмила Александровна, спасибо огромное вам за беседу. Спасибо, что рассказали. Внесли какую-то добрую, позитивную ноту в наше замечательное утро. Спасибо большое, хорошего дня.